Как стать водителем, если нет времени теперь получить права, стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Здравствуйте, в эфире Пушкинского телевидения, информационная программа «Наши новости», в студии Павел Розин. Смотрите сегодня в выпуске. Экономический прорыв. На совете директоров обсуждалось развитие района. Загорские дали они разбирали. За героизм и смелость спасателям вручили награды. Еще один шаг на пути к мечте. Репортаж об участнице областного этапа конкурса «Живая классика». В понедельник состоялось расширенное заседание Совета директоров Пушкинского района. Не секрет, что в экономическом развитии был сделан серьезный шаг вперед. Анастасия Спирина более подробно расскажет, каких успехов добился наш район в 2013 году. Для того, чтобы получить результат, нужно сначала что-то вложить. Поэтому был вопрос решен, когда мы кредитами помогали этому предприятию, о том, что нужно было наладить основу. Нужно было привести в порядок базу, подзакупить этого зверька, нужно было разобраться с условием их содержания. То есть сначала нужна была база, а потом результат. Две таких было за решение проекта родины. Очень важный вопрос. Это фирма «Мортадель» 130% пришла в количестве инвестиций, мы прописался, что перезвонил. Отработали по полной программе в рамках участия в федеральной программе социального развития села до 2013 года 28 семей смогли приобрести собственное жилье, из них 8 в прошедшем году. За период действия программы построено 3 километра газоразпределительных сетей, газифицировано 77 жилых домов. В перспективе улучшения жилищных условий на селе до 2020 года мы планируем улучшить 19 семей. Это только конкретно в рамках данной программы. Мы занимались активно проведены месячники полного устройства, работали в 2013 году. В 2014 году муниципальные выборы. Основные задачи – это избрать команду глав и депутатов, которые будут активно работать совместно с директорами на территории городских и сельских поселений, развивать свои территории, давать определенные льготы предприятиям промышленности, сельского хозяйства, оказывать определенную помощь, работать только во взаимодействии на развитие района. Спасатели 13-го отряда Мособлпошспаса первыми прибыли на место взрыва бытового газа в поселке Загорские дали Сергиево-Посадского района. Именно они начали разбирать завалы и спасли 7 человек. О трагедии рассказывали все центральные СМИ в ноябре прошлого года. Теперь пришло время рассказать о тех, кто работал в самом эпицентре событий.
Женщину достались по пути, потом занялись молодым. Осознание всего происходящего пришло, скорее всего, потом, потому что не было как бы ни паники, ни шока, просто сработал какой-то механизм, то есть как бы дальше все уже на каком-то, наверное, подсознании, то есть какие, что, куда, какие действия и так далее. Поэтому потом была просто усталость и опустошенность, потому что все эти эмоции, которые могли бы быть в начале, да, они ушли на второй план. Все знакомые, все близкие, все как бы знали, что я работаю. По периоду того, как мы добирались с отряда до Загорских Дальних, значительно недалеко находящийся от поселка, просто разрывался телефон от звонков из поселка. То, что вот пока я ехал от Мишутина до Загорских Дальних, там в районе 10 километров, у меня разрядился телефон, был заряжен полностью. Но я не мог каждому ответить и сказать, что я уже еду. Завершился муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В рамках соревнования шестиклассники читали вслух отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную программу. Всего лишь трое из всех пушкинских ребят прошли на областной этап. Одна из них – ученица гимназии номер 10 Мария Тараторина. Именно о ней наш репортаж. Тот, кто создал небо и землю, цветы и травы, горы и леса, тому я говорю. Правильно? Неожиданно пронесло спокойствие, когда я буду богатой. Несчастная девушка. Слушай, первые слова Роли. Еще будучи там шестилетней девочкой, она сказала: я буду актрисой, я хочу играть, я хочу петь, я хочу танцевать, я хочу все это вместе. Ее выбор я полностью разделяю, если ей нравится это. Она девочка одаренная, она, если уж училась так на одни пятерки, если писала сочинение, то лучшее сочинение. Поэтому играла роли она всегда с воодушевлением. Как правило, ей давались более такие драматические роли, более серьезные, глубокие. Но на уровне начальной школы вот у нее была роль, например, царевны лягушки. Ну это если дома, дома мы его поставим. Аплодируйте. А другая ни за что бы не пошел провожать. И готов питать. И какой же вы кавалер, который даже даму по морозу проводить не может? Ну так ведь я же вспотевший, сказал Вася, чуть не плача. Вот скажите, Вадя Чесноков, хуей шуба и калоши. В ужасе смотрел на человека. Как странно, совершенно не волновалась. Только когда именно назвали мое имя, я так затревожилась. Подумала, ну все, это твой как бы шанс. Вот. Рассказала. Когда рассказывала, именно ощущала, что это такое, что прям нужно очень хорошо рассказать, чтобы людям понравилось. Мы очень интересно, кстати говоря, выбирали победителей, все оценивали по системе Евровидения. У нас это аж в три этапа проходило, потому что 7 человек вышли во второй этап, а потом после второго этапа еще 3 человека. Но Маша, правда, сразу она вышла. Она была всей предыдущей жизнью подготовлена к этому конкурсу. Сотни лет мечтали люди. Имя Юра. Именно чтобы тебя зритель увидел, заинтересовался твоей личностью, заинтересовался какой ты, вот в тот же Ди Каприо, вот я, например, про него, ну, практически так все знаю. Другие наверняка тоже вычитывают про него какие-нибудь факты интересные, вот,
и хотелось бы, чтобы про меня также. Информация от наших коллег на радио. В четверг, 20 марта, в прямом эфире Пушкинского радио выступит Маргарита Смайловская, руководитель администрации Пушкинского района. Тема разговора. Итоги социально-экономического развития района в 2013 году. Приоритеты в работе исполнительной власти в 2014 году в сферах ЖКХ, жилищного строительства, благоустройства, здравоохранения и образования. Привлечение инвестиций в Пушкинский район. Свои вопросы Маргарите Смайловской вы сможете задать заранее или во время прямого эфира по телефону 534-36-50-993-36-50. Итак, включайте свои радиоприемники в четверг, 20 марта, в 18 часов 10 минут. На этом выпуск новостей подошел к концу. После рекламы смотрите прямой эфир с главой города Пушкина Сергеем Гулиным. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До свидания. Как стать водителем, если нет времени? Теперь получить права стало проще. Автошкола «Автокурс Плюс» набирает группы вечернего и выходного дня. Практические занятия проводятся в любое удобное для вас время без переплаты, а за автодром вообще не надо платить. Позвоните прямо сейчас, получите в подарок учебную литературу и 6 часов занятий на автотренажере. Неведомственная охрана – это структурное подразделение МВД России, оказывающее охранные услуги на договорной основе любых форм собственности. Время идет на секунды. Куцу, давай стволы. Клёпа, ты на шухере. Завтра мы будем богаты. Работаем, пацаны. Ведомственная охрана, ОВО, структурное подразделение МВД России, предоставляющее услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан с сохранением должностных функций полиции.
Подразделения вневедомственной охраны осуществляют охрану объектов путем мониторинга технических средств охраны и реагирования на сигналы тревоги. Общее и оперативное управление осуществляется Главным управлением вневедомственной охраны МВД России. Для организации охраны широко используются технические средства, съем информации из которых осуществляется посредством существующих каналов связи, например, через городскую телефонную сеть. Информация из технических средств охраны поступает на пункт централизованной охраны и обрабатывается дежурным персоналом. В настоящее время под охраной подразделений вневедомственной охраны находится 15 миллионов квартир граждан, 279 тысяч других мест хранения личного имущества граждан, 114 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе 45 тысяч подлежащих государственной охране. С 1 января 2012 года подразделения вневедомственной охраны получили статус казенных учреждений.